Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Если вы нашли этот предмет в доме, значит, на ваш дом поставили порчу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Если в вашем доме происходят какие-то неприятные ситуации, наступила черная полоса и, возможно, проблема за проблемой, и вы не можете найти выход, то стоит осмотреть свой дом. Возможно, в нем есть один предмет, с помощью которого и поставлена порча на ваш дом. И речь идет о швейной иголке. Что делать, если вы ее нашли? И куда девать неприятную находку? Увы, но не все люди используют швейные иглы по своему прямому назначению. Те, кто давно держит камень за пазухой по отношению к кому-либо, может запросто при помощи такого предмета навредить человеку. Достаточно обратиться к определенным людям, ну или самим сделать определенный ритуал. Бывает так, что во время генеральной уборки вы нашли дома в дверном косяке, либо у порога воткнутую иголку. Такая картина должна насторожить. Если люди недавно живут в этом доме, возможно, так пытались насолить враги бывшим владельцам. Или другой вариант. Иногда многим приходится принимать у себя дома не совсем приятных гостей. Или после ухода таких людей можно обнаружить такой вот неприятный сюрприз. В обоих случаях можно серьезно предполагать, что на семью, на дом некто пытался навести колдовство или сглаз. Игла при этом может быть изогнутой, блестящей, новой или даже ржавой. Все равно, основную ее нужно правильно и как можно быстрее удалить. Работу с найденным предметом очень важно вести только защищенными руками, используя одноразовые перчатки, клещи, ножницы, пинцет. Вынутые иголки складывают на лист бумаги, заворачиваются и сразу выносятся за пределы дома. Сверток можно оставить в мусорном контейнере. Но еще лучше найти либо старый трухлявый пень, старое дерево, или закопать с такими словами: «Здесь навсегда остается, зло от дома отвернется». Проговариваем один раз. Неважно, какой метод вы выбрали. Закопали, оставили у старого дерева, выбросили в мусорный контейнер. Неважно. Проговариваем эти слова один раз. По приходу домой нужно тщательно вымыть руки. Также, как только порченный предмет был вынесен, желательно заняться энергетической чисткой дома и всех членов семьи. С негативными энергиями зависти и сглаза хорошо работают многие приемы. Можно окурить помещение сухой полынью. Пройтись по всему дому, включая углы, свечкой и ладаном. В завершение также можно по углам рассыпать немного соли. Далее у входной двери после всех манипуляций обязательно положите гвоздику. Достаточно на сутки, потом ее можно выбросить. Важно! Домочадцы также должны носить при себе защиту. Это может быть любой амулет, это может быть любой предмет, который будет оберегать. И хорошо бы каждое утро, когда умываетесь, обязательно проговаривайте такие слова: «С водой все несчастья долой». Проговорим один раз. Это очень легкая фраза, она запоминается легко, но она очень уникальна. И каждый раз, когда вы будете умываться, обязательно ее проговаривайте, и вы увидите, что в вашем доме царит мир и гармония.